Лето близится к своему завершению, а вместе с ним и самые длинные школьные каникулы. До начала нового учебного года остается меньше месяца, однако загородные детские лагеря отдыха не завершают свою работу. В четвертый раз этим летом ребятишек принимает лагерь «Чайка». Накануне 170 кунгурских детей собрались на Соборной площади в ожидании автобусов. Год от года поток желающих отдохнуть и оздоровиться в муниципальных оздоровительных лагерях не уменьшается. Это не случайно, ведь времяпрепровождение в кругу своих сверстников – это возможность весело и с пользой провести последние дни уходящего лета, обзаведясь новыми друзьями. Развлекательная программа обоих лагерей обещает быть насыщенной и интересной для детей всех возрастов. Кстати, запланированная норма по отдыхающим выполнена. Лагерь «Чайка» за этот год объединил 680 ребятишек, а «Ирмак» с учетом четвертой смены планирует оздоровить 540 человек. Всего этим летом отдохнут в оздоровительных лагерях чуть более 1200 кунгурских ребятишек.